Сегодня День учителя. В этом учебном году в школу пошли около 15 миллионов россиян. Ребятам еще предстоит узнать, как извлекается интеграл, где находится омикрон и какой химический состав, например, у соды. Все это рассказывают и показывают люди, для которых учить и воспитывать – настоящее призвание. С 1994 года 5 октября преподаватели, учителя и воспитатели всего мира принимают поздравления. В Чувашии более 11 тысяч педагогов, которые работают как в столичных школах и вузах, так и в районных. Около 15 из них – молодые специалисты. Учитель – это призвание, вы несете светлое своим ученикам. Каждый из нас ходил в школу, каждый из нас встречался со своим учителем и пронес любовь к педагогам через всю свою жизнь. Сегодня правительством республики, правительством Российской Федерации большое внимание уделяется развитию школы. Треть бюджета Чувашской республики – это образование. Почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской республики» присвоили Альбине Майриной, учителю русского языка и литературы в Батаревской школе номер 1. В школу Альбина Николаевна решила идти, вдохновившись работой любимой учительницы. С годами выяснилось, что выбор сделан верно. От детей заряжаешься позитивом. Они помогают тебе, ты им помогаешь. И в этом содружестве получается, ну, какой-то результат. Самое главное – это воспитать человека. Не столько давать знания, а сколько воспитать в наше сегодняшнее такое достаточно сложное время людей, на которых мы можем опереться. Самой интересной частью праздника стал финал второго республиканского конкурса учительских хоровых коллективов. В нем приняли участие 14 хоров победителей окружного этапа конкурса. Как признаются участники конкурса, победа здесь не главная. Это уникальная возможность пообщаться с преподавателем из всех уголков республики. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.